посмотрим посуду в Ашане по распродаже. Надеюсь, меня будет слышно. Тут так кричит диктор очень громко. Со скидкой сейчас продаются блюда для запекания. Это вот такие горшочки. Они изготовлены из керамики. Каждый горшочек продается в коробочке. Цена 349 рублей. И почему-то зеленый дороже 449 рублей. Хотя объем у них одинаковый. Уже некоторые горшочки, смотрите, они отбитые. Также со скидкой продается посуда. Эмалированные миски с крышкой. Цена 449 рублей. Объем 1 литр. Смотрите, какая симпатичная мисочка. В такой миске можно еду разогревать и также хранить в холодильнике. Такого же цвета кастрюлька. Цена 799 рублей. Объем 2 литра. Крышка у нее стеклянная. Написано, что можно использовать на всех варочных поверхностях, даже на индукционной. Объем кастрюльки 3,6 литров стоит уже 999 рублей. Сама кастрюля эмалированная, а крышка из жаропрочного стекла. Есть еще такой же набор, но в бирюзовом цвете. Цена одинаковая. Кастрюльки маленькие, тоже 2-литровые, и большие 3-литровые. Со скидкой продаются графины. Смотрите, как удобно. Сюда можно вообще положить лед и будет напиток охлаждаться. Цена графина 299 рублей, объем литр 400. Литр 350 стоит 283 рубля. Со скидкой стаканчики продаются, они стеклянные. В комплекте крышка и трубочка. Цена 169 рублей. Объем 320 миллилитров. Завезли очень много посуды из цветного стекла. Стаканы 250 миллилитров по цене 78 рублей. Кружки 186 рублей. И стаканчики с цветной каемкой продаются по 69 и 59. Блюдо большое 179 рублей. Оно стеклянное, а каемка цветная. Цветные супницы или салатники 255 рублей. Десертные тарелки 183 и суповые 214. Симпатичные вазы, смотрите, из зеленого стекла. 359, это 24 сантиметра диаметр. И вот такая вот высокая 499 рублей. Вазы маленькие, по 290 рублей, у них диаметр 20 сантиметров. Вот такая очень симпатичная, 309 рублей. И вот 290. Тарелочки 157 рублей, диаметр у них 19 сантиметров. Очень яркие, летняя как раз расцветка. И обеденные тарелки 171 рубль. Салатник 189 рублей. Кружечки из летней коллекции продаются по цене 105 рублей, 350 миллилитров, и салатники 194 рубля. При входе в Ашан, вот с левой стороны, здесь тоже есть стенды с посудой по распродаже. Распродаются синие кружечки, 159 рублей, из фарфора, 380 миллилитров объем. Такие синие кружки 269 рублей. Графины для воды, цена 329 рублей, объем у них 1 литр. Кастрюльки с лимонами 4 литра 300, 1269 рублей, объем 4 литра 300, это получается эмалированная кастрюля меньшего объема 2 литра 900, 1079 рублей. Совсем маленькая кастрюлька, литр 450, цена 799 рублей. Пресс для чая и кофе, объем целый литр, в коробке в красивой упакована, цена 1699 рублей. И простые кастрюльки эмалированные с оливками, рисунок, цена 1269 рублей, объем 4 литра 300. Очень симпатичные с оливками тарелочки, сейчас по распродаже. 20 сантиметров, цена 149 рублей. С
Получается, латник побольше 129 рублей и поменьше 15 сантиметров в диаметре 109 рублей. А вот кружки из этой коллекции, но немножко другой расцветки, они без распродажи, цена 128 рублей. Салатник диаметр 14-219. А вот, кстати, вот эта коллекция, это, кажется, немного другая серия уже. Белый фон и по краям рисунок. Обеденная тарелка 23 сантиметра 209 рублей, 20 сантиметров 179 рублей и 19 сантиметров 169 рублей. На другом стенде тоже появились интересные новинки, и уже есть даже распродажа. Большое овальное блюдо, по бокам рыбки, это щуки, я не ошибаюсь, осетр, 999 рублей, размер 29 на 20 сантиметров и упаковано в коробку. Симпатичные салатники из цветного стекла, цена 349 рублей, диаметр 12 сантиметров, каемка у них золотая, чуть побольше 15 сантиметров, цена 499 рублей, и большие салатники, цена 699 рублей, диаметр у них 19 сантиметров. Бокалы написано, называется не ананас, ножка у них цветная, цена 119 рублей. Не забывай на остальные тоже. Эти красивые салатники есть еще не только цветные, но и из прозрачного стекла. Каемка тоже золотая, цена, в принципе, такая же, как и у цветных. Также золотой каемочкой продаются блюдца. Цена 209 рублей, очень симпатичные. Небольшие салатники, 299 рублей. И десертные тарелки, цена 500 рублей, но они обычные, без каемки. И салатники 449 рублей. По распродаже продаются еще держатели для салфеток. Вот как они красиво смотрятся, кольцо называется. Цена 269 рублей.